Перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать канал под названием Кузьмар. На его канале вы найдете различные влоги, различные челленджи и так далее. Ребята, переходите и подписывайтесь, все ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня ребятам покажу мега крутой баг на карте Плот. Ну что ж, чтобы повторить, ребята, вам необходимо сначала определиться, какая у вас команда. Если у вас, допустим, синяя команда, как у меня, вы идете в правую сторону и прыгаете под мостик. Дальше, если у вас красная команда, вы идете в левую сторону и также прыгаете под мостик. Дальше мы, ребята, находим вот этот угол, это левый угол. И начинаем просто прыгать. Все крайне просто. Если вам не сложно, то, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, потому что баг насколько крутой, баг насколько классный, тем более об этом баге вообще никто не знает. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал. А мы продолжаем. И у нас, ребята, все вышло. Наконец-то с третьего раза все-таки запрыгнул. Честно говоря, повторить этот баг крайне сложно, потому что иногда вы прыгаете недостаточно высоко, но в этот раз у меня вышло все хорошо. Мы можем бегать по текстурам, мы можем всех убивать, допустим, у меня есть оружие. Я могу взять и просто, не знаю, хедшоты всем выписывать на изи. Так, ладно, ребята, идемте дальше, потому что тут есть еще одна такая прикольная приколюха. Если у нас все выйдет повторить, то прямо сейчас мы, ребята, запрыгнем прямо вот сюда на крышу. А ну-ка, давайте попытаемся. И это Спарта! Блин, ну, немножко не допрыгнул. Всем большое спасибо за просмотр данного бага. Ребята, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока!